Коронавирус SARS-CoV-2, о котором говорит сейчас весь мир, не передается от человека собакам и кошкам. Домашние животные не могут быть также его носителями. И друг другу животным они не передаются. У них свои штаммы вируса, тоже коронавирус, но он совершенно другой, давно уже изученный, давно разработано к нему лечение. Есть свой коронавирус кошачий, который не передается собакам, есть свой коронавирус собачий, который не передается кошкам. Также животные не переносят свой штамм вируса человеку, так же, как и человек не переносит. То есть то, что сейчас происходит у нас пандемия в нашей стране, не передается животным. И животные даже не являются механическим переносчиком данного заболевания. В период пандемии за границей резко увеличилось количество желающих завести собаку или кошку. Например, по данным портала «Газета.ру», число заявок в американских приютах выросло в 4 раза. Пушистые друзья помогут скрасить время, проведенное в самоизоляции, и станут прекрасными компаньонами для оставшихся дома детей. Это Буран, ему около 4 месяца. В конце января он попал в приемник с улицы Силкина-Сотлова. Буран очень ласковый, спокойный пес, будет отличным компаньоном и другом. В приемнике живут около 20 щенков и собак и более 10 кошек. Все животные осмотрены ветеринарным врачом, привиты и стерилизованы. А это Ярко. Ровно месяц назад она попала в приемник с улицы Харитона. Как вы видите, девочки уже сделали стерилизацию, она готова переехать в новую семью. С лотком и с едой проблем у нее нет. Приемник для безнадзорных животных находится по адресу Зернова, 24А. Телефон для справок 6-12-10. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.